16.07.2019 года. Берег озера светлое. С одной из его сторон. Тут у нас более-менее обустроенные дикие стоянки. Берег достаточно крутой. Вода достаточно чистая. Ну просто чистая и теплая. Заезжать сюда. Не так уж и сложно. Выезжать сложнее. Спуститься-то можно, конечно. Но... Насколько нервов хватит? Сейчас выезжать бы нам туда-обратно. Вон по тому проезду. Палец тут мешается. Так что вот так вот, погодка хорошая сегодня. Даже любую погоду красивая и хорошо. Я заканчиваю.